Георгий Черданцев и Константин Генич. У нас ожидается игра высшего уровня, которая однозначно никого не... И болельщики ведут себя громко. Надеюсь, игроки вдохновятся этим. На стадионе сегодня аншлаг, свободных мест нет. Билеты найти было практически нереально. И вот момент. Не дают пробить. Хорошая возможность отличиться тут есть. Можно бить! Есть удар! И судья указала на угловой. В центр штрафной мяч направлен. Пас перехвачен. Он смещается в центр. Ройс. Атака в хорошем темпе. Мяч все ближе к воротам. Станкович. Посмотрим, что получится у команды с этим угловым. Идет в штрафную мяч. Молодец защитник, выносит мяч. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Навешивает он на набегающего игрока. Как отлично он действует и выручает свою команду. Дает арбитр, игру продолжит. Теряет атака мяч, в штрафной вынос. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Очень много передач сейчас перед чужой штрафной. Ждут они свой шанс. Нужно... Мяч в воротах, и у нас ничья. Снова равенство на табло 1-1. Хороший пас, что дальше? И это гол! Игра возобновляется, счет уже 2-1. Есть удар! Браво! И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Отлично, удар накрыт. Из-за боковой мяч будут вводить. Ройс. Не дает пробить, но атака не закончена. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. И мяч перехвачен. Идут в атаку они. И все-таки мяч оказывается у соперника. Снейдер.
На дальнюю штангу навес. Навес получился слишком близко к вратарю, поэтому без проблем оказался в его руках. Ройс. Играют они в пас. Очень опасно может быть. И правильно, долой мяч из штрафной. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Не получается оставить мяч в игре в этом моменте. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. И будет аут. Разрядил он обстановку сейчас. Классно он мяч перехватил. Отлично игру прочитал сейчас. Забивать тут надо. Угловой будет хорошая возможность счет сравнять. И прямо в центр штрафной полетел мяч. А вот и гол! Они сравнивают счет. Невероятную игру мы с вами сегодня смотрим. Счет у нас снова равный. Снейдер. Совсем мало времени добавлено. Одна минута. Мяч на угловой уходит. Был рикошет. Очень вовремя защитник играет на вынос. И на этом первая половина матча заканчивается. Свисток судьи отправляет команды на перерыв. Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Очень здорово прессингуют они. Он смещается в центр. Прекрасно играет защита. Отличный перехват, очень вовремя. Dream Destroyers в атаке, на фланге много свободного места. Здорово сыграно. Соперник прессингует, безопаснее сыграть через вратаря. Вот это пас прекрасный. Отлично играет вратарь. Даже немного жаль, что был офсайд. Очень яркий сейв. Пас перехвачен. Теперь мяч у другой команды. Dream Destroyers в атаке, мяч на фланге. Не удалось сохранить мяч.
и дает арбитр. Тут играть, остаются они с мячом. Ивра спасает команду, голкипер. С очень хорошей позиции удар наносился, и каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. Получается отдать верхом. Навес в штрафную. Нет, ничего не получается здесь создать. Тут контратака может получиться. Соперник пытается перекрыть свободные зоны, но шанс прорваться к воротам еще есть. Пас не получился, перехват. Может получиться интересная атака. Но решай же! Не проходит удар. Хорошая возможность выйти вперед. Угловой удар будет. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Какой удар! И справляется вратарь с этим ударом. Хорошая могла выйти атака, но защита тоже не дремлет. Ройс. Очень опасно могло быть. Все, ничего в этой атаке не получилось. Удар от ворот. Покидает мяч штрафную. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Станкович. И пробей! Гол! Как здорово он подстроился под этот мяч. Пробил отлично. Прекрасный гол. Вот так у нас складывается концовка матча. Теперь у нас есть и лидер. Отлично сыграно. Очень вовремя защитник мяч вынес. Слишком сильный пас получился. Это аут. Они отбирают мяч и начинают свою атаку. Хороший пас вверх и вперед. И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. 81-я минута. Продолжают идти вперед. Из этого что-то может получиться. Берет удар на себя. Осталось играть 5 минут. Команды разделяют один гол. Без мяча остаются Dream Destroyers. Финальный свисток все ближе, а хозяева по-прежнему проигрывают. Пусть разница в счете небольшая, но и времени у них не так много, чтобы додавить соперника. Обе команды уже показали, что они умеют играть в атаке. Разница всего в один мяч по такой игре — это не самое страшное и сложное, что может быть для проигрывающей стороны. У них есть все шансы забить еще и сравнять счет.
взяла на себя роль вратаря. Мяч уходит на угловой, и это шанс для команды сравнять счет матча. И ничего опасного здесь. Будет штрафной удар, судья четко разобралась в этом моменте. И бьет! Все, этот матч закончен, у хозяев повода для радости нет, они... Thank you.
That's kind of.